Вопрос. Что такое согласованность в конечном счете или eventual consistency? Приведите пример. Отвечаю. Eventual consistency – это одна из моделей согласованности, которая используется в распределенных системах. Примером может послужить система DNS, то есть Domain Name Service. Она работает по такому же принципу. Система гарантирует, что в конечном счете пользователи, ну то есть компьютеры, будут синхронизированы и получать конечный идентификатор узла. В микросервисной архитектуре используется такой же принцип так называемой высокой доступности. Когда сервисы доступны независимо от того, что там настроилось, перенастроилось, поломалось или нет, но в конечном счете все сервисы получают обновленные данные, то есть свежие на текущий момент.